В Актобе крупный пожар, площадь которого составила 5 гектаров, поставил под угрозу жизни жителей 130 домов. Людей эвакуировали, пострадавших нет. Лесное ауданда. В районе Лесное вдоль реки Сазды загорелся камыш. После того, как поступила информация, на место происшествия выехали 137 сотрудников противопожарной службы. Были задействованы 11 единиц спецтехники, а также были привлечены силы местного акимата. Пожар был полностью потушен спустя 3,5 часа. Огонь уничтожил 2 хозпостройки. До жилых домов не добрался. Силами спасателей были спасены 50 дачных участков и автомашина. Причина пожара в департаменте по ЧС пока не сообщают, но жители уверены, возник он из-за сухого камыша. Пожарных долго ждали. С соседями начали тушить огонь сами ведрами с водой. Потом они приехали. Пожар начался в 11 часов где-то. Камыши начали гореть.